В связи с предстоящими большими выходными изменится график работы поликлиник и больниц. Так, 7 числа учреждения будут работать как в праздничный день. В пятницу 8 в больничных организациях будут принимать по рабочему графику. 9 и 16 ноября работу организуют по субботнему дню, а 10 по выходному. Кроме того, изменится график работы организации переливания крови, медицинской техники и аптек. 8 и 9 числа они будут работать по графику субботы.